Здравствуй, мой друг. Не жди благодарности и вознаграждения за свои хорошие поступки. Благодетель не предполагает награду за исключением внутреннего поощрения своего эго. Потому в следующий раз, сделав доброе дело и не получив ожидаемой благодарности, подойди к зеркалу и скажи: «Эй, а кто этот загадочный благородный человек? Да это же я, Хэппи Ранкл».